Ветеранам СВО и членам их семей помогут с трудоустройством. Психологические консультации, подготовка к собеседованиям, обучение новой профессии, повышение квалификации предоставят всем обратившимся бесплатно. Комплексную работу проведут на базе центров занятости населения и фонда «Защитники Отечества». По поручению губернатора в округе уже действует комплекс мер поддержки участников СВО и их близких. Они охватывают разные сферы – соцзащита, здравоохранение, культура, спорт, образование, детский отдых. Те 40 мер поддержки, которые сегодня есть, им нужно активно пользоваться. Это и реабилитационные сертификаты, которые сегодня уже доступны для военнослужащих. Это весь комплекс социальной поддержки. Это, конечно, забота о семьях военнослужащих. Потому что ребята защищают, а семьи здесь без отцов, без сыновей старше, которые, конечно, семьи теперь должны особое внимание от нас получать.